Аквалайф. Революционный способ очищения воды. Миф или реальность? На сегодняшний день, как никогда ранее, важны технологии опреснения воды. Революционный подход в этом направлении предложил научно-практический центр «Аквалайф» – международная группа компаний, специализирующихся на выпуске оборудования для опреснения морской и солоноватой воды. Именно совместными усилиями компаниям удалось разрешить те трудности, с которыми до сих пор сталкивался стандартный инженерный подход. А именно, модернизирована конструкция, в результате чего вместо многих компонентов инженерам удалось создать компактный гидравлический механизм, состоящий из соединенных блоков, что позволяет повышать производительность и совершенствовать конструкцию в течение всего срока ее эксплуатации. Установка эта прошла полное тестирование и выпускается серийно. В установке используется автономный модуль, работающий по принципу обратного осмоса, процессов, в котором с помощью давления принуждают растворитель, в данном случае воду, проходить через полупроницаемую мембрану из более концентрированного в менее концентрированный раствор. Насос высокого давления совмещен с системой рекуперации. Еще более уменьшен расход энергии. Внутри установки удалось избавиться от трубной разводки всех потоков жидкости. Для этих целей была использована призма, формирующая центральный распределительный модуль с просверленными отверстиями для пермиата и соленой воды. Удалось существенно удешевить устройство, сделав блоки из алюминиевых соединений, таких как дуплексный и супердуплексный триэтилалюминий и полимеры нового поколения. Параллельно решился вопрос с подверженностью алюминия быстрой коррозии в соленой воде, так что срок годности блоков повысился до 15 лет. В отличие от ранее предложенных систем опреснения воды, удалось решить проблему постоянной разрозненности работы различных компонентов. Была разработана единая автоматическая система электропитания, управления и контроля. Также был решен вопрос с уменьшением количества различных проводов и сенсоров, которые дублировали друг друга и усложняли работу системы. Решение всех вышеперечисленных задач позволило НПЦ «Аквалайф» создать такую установку, какую, подобно детскому конструктору, способен соорудить любой человек. В зависимости от количества блоков, соединенных между собой, регулируется производительность установки. Каждый модуль вырабатывает 30 кубометров пермиата, фильтрата в день. Каждый новый блок увеличивает производительность всей системы. Для сооружения системы вначале устанавливается вспомогательный блок распределения, к которому прикрепляются остальные блоки. Затем сверху присоединяется гидравлический механизм, электродвигатели подключаются сосуды высокого давления с боковыми мембранами. Такие блоки уже используются в Арабских Эмиратах, Греции, Йемене, Филиппинах и показали свою эффективность. Система опреснения и очистки воды способна принести пользу всему человечеству. Если вам известны и другие технологии опреснения и очистки воды, присылайте информацию о них на электронный адрес info@geocenter.info. Нам, людям, пора перестать бороться за выживание и повернуться в сторону добра и человечности. При объединении научного потенциала ученых всех стран вопрос недостатка водных ресурсов можно решить в кратчайшие сроки. Объединение людей – залог выживания человечества. Приглашаем к обсуждению ученых и всех заинтересованных лиц в подготовке технологий опреснения и очистки воды, чтобы уже сейчас начинать реализовывать проекты, которые помогут выжить человечеству во время надвигающихся катаклизмов. Для реализации проектов также предлагаем использовать платформу «Краудфандинг по совести», с которой вы можете ознакомиться на сайте allatra.in. Подробнее о существующих источниках воды в мире, о климатической ситуации и решении климатических глобальных проблем читайте на сайтах geocenter.info, allatravesti.com и allatra-science.org, а также в докладе ученых «АЛЛАТРА Сайенс» о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных событий в мире климата и технологий.